Всем привет-привет! У кого-то праздники, выходные, у нас сегодня 2 января, и мы возвращаемся в бытовые дела, как бы семейные. Опять стирка. Вот. Детям подарили коньки, хотели идти покататься. Сегодня у нас погодка немножко подвела, у нас 36 минус. Поэтому пока отменяется. Но у нас есть другое занятие. Пойдем помогать собирать лего. Большое лего. Так. Большое лего. Так, нужно нам тут перебраться. Носки. Домашние дела никто не отменял. У нас вчера был выходной, ничего не делали. Ну как у нас? У нас папка наш работал только. Трудился на благо. Опа. Так, Настя. А теперь найти порошок. Я все убрала, прятала. Куда-то. Куда-то сюда. Господи. Да, Никитка уже начал собирать лего. Ну, хочет, чтобы мы ему немножко помогли. Поэтому пойдем посмотрим, что у него получилось. Ого, сзади будет, смотри, сколько еще говорю. Ну, рассказывай, кто ты здесь собрал. До чего же мы дошли? Ну, покажи по книжке. Ой, показывай. Ой-ой-ой. Я куда вот пошел? Так. Я зашла. Ну, их надо прижимать, чтобы они лучше держались. Ты, интересно, не делал это? Так, ну давай дальше. Сейчас все найдем. Thank you.
Тут хоть более цвета одинаковые практически. А там все ярко. В Настиной вчерашней сборке все цвета яркие. Надо убрать пока что. А у меня мой сложный процесс. Только что человечки не до конца собрал. Ну, это... Излишки? Нет. Не до сдачи. Это ведьмочки. Сейчас соберем остальные. Это ведьмы. Да, да, да. Понадобится... Настюшка, мы же собираем. Вот эти еще две. Да, Настя. Четыре штучки нам вот этих надо, Настюш. Еще две. И коричневых одна. И коричневых, вон вторая еще. Два квадратика. Молодец, давай, Настюш. Это лодка. Лодка, давай. Ну, все два квадратика. Вон лодка, Настя. Нет, это вот. Все два квадратика. А, у Насти лодка такая. Таких этих, да? Так. Четыре. Ушел. А где еще два квадратика? Еще есть. Шесть. Что там обратно забрала, знаешь? Она их забрала. Она обратно забрала, она их не забирала. Нет, ты вот эти. Настя, вот какие нам, дай? Еще раз шесть. По цвету. Пять. Пять дополнительный. Шесть, шесть. Вот по цвету такие. И с другой стороны. У Насти своя сборка, у нее свой праздник. Так, ладно, собираем. Продолжим. Будем собирать человеков дальше. Флаги. Он сможет. Да, кто будет наклеивать? Я. Хорошо. А, не с двух сторон. Ваня, а такой не видишь еще желтенькой? Какой? Вот такой вот. Вот серую вижу. Вот он. Вот, да. Так, наклеили. Быть может, она где-то. Сейчас, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, должно быть 11. Это не она. Давай посмотрим у Анастасии. А сборка-то продолжается. Ничего не поменяется. Я сейчас лодку заберу. Интересно. Потому что там, судя картинки, вон той, в лодке плывут два персонажа. Ну что, забрал? У Насти вон своя крепость. Не могу найти. Из готовой записи. Ты кого не можешь найти? Да что вот эту штуку? А при чем есть мою? Нет. Потом будешь искать, она может все крайне что-то. Этого есть. Вообще не помню, как зовут, но не важно. Ну, в принципе. Хагрид. Тем более. Ну как ты ставишь? Никит, как ты ставишь? К чему нужно крепить? Вот. Больше на правду похоже. Ну что ты, пап, не другую руку заберешь? Ну эта штука мешает. Ну что ты врешь? Ничего не должно мешать. Мне просто надо нормально прицепить, а вы издеваетесь над это, над строительными работами. Ничего там даже, там просто надо. А я пока желтую штуку найду. Не хочу флаги. Флаги. Прикрепляй пока флажки. Это даже не флаг, это знамя разных этих. Племя. Сам ты племя. Так, я хочу, чтобы черная. Мне кажется, зеленая. Твоя сборка завещает это, залог того, что развалится все остальное. Ты как-то одно лечишь, другое калечишь. Потому что вот так. Не состыковка немножко. Вот так. Так вот сожёг. Только не видно ничего. Просто нигде тут даже крышу не видно. Ты просто еще приклеил вверх ногами. Ну, знамя, если будет висеть так, разве короны вниз висят? Ну, уже пусть. Ну, тогда постарайся сделать остальные. А-а-а. Нормально. То есть, если оно висит вот так, значит, а вот сюда. Вот так надо.
Я просто никогда не буду красной стороной вешать. Ну, что-то Никита собрала, но он... Не держится? Так он даже не прицепил. Ну, вот как ты собрал? А, ты башню не туда прицепил. Я думала, что ты... Ой, Никита, Никита. А чё я? Куда, как, я туда прицепил. Не туда. А куда она? Вот в угол надо идти. Ну, так а я куда? А ты вот на эту штучку прицепил. Вот на вот эту. А на вот эту штучку надо прицепить вот эту штучку. И главное, что нету определенного названия запчастей. Просто штучка и штучка. Вот к этой штучке нужно прицепить эту штучку. Подожди. А сцепляющейся нету? Нет, просто, значит, одевается на нее. Нет, так. Так. Да. Почти столовая, она, наверное, как-то должна все-таки... Нет, Катюха, ты знаешь, они, у них там есть какие-то винты непонятные. Они, наверное, должны это раздвигаться и в определенном порядке только быть. Подожди, стой. Да? Да. Какие винты? Подожди. Ну, они же... Это столовая. Столовая. Я хотел туда попасть. Видишь, там это... Здесь. Там какие-то типа крепления. Вот, смотри. Где? Зубцы. Ну. Она, наверное, должна вставляться и уже быть в этом определенном, только в определенном порядке. Вот. И она собирается и разбирается теперь. Так? Ну вот так чисто. Ну, а чего ты хотела еще? Вот. Прекрасно. Сказка. Делай крышу. Подходит к концу. Да. Осталось совсем немножко. Пару страниц. Мы на 119, а нам на 137. Ну ты же видишь, что пара здесь уже в конце это. И запчастей-то фактически не осталось уже такое. Еле-еле душа в теле, как говорится. Все. Та-дам! Ой, моя ножка. Ой. На диване было вчера удобнее собирать. Ты думаешь? Я уверена. Мне тут удобнее. Мягенько. Пушистенько. Блин, лего собирать на мягкой платформе? Это... Нет, ну так мы на... Само лего мы собирали на этом, знаете? Да, на Боре. На доске мы собирали. Ну, хоть что-то.
просто появились излишки. Лишние, просто есть лишние запчасти. А, он в эту сторону не поставил в двери. Есть, есть просто вещи, а есть запчасти лишние. Ну, он не поставил. Подожди. Бабах! И все рассыпалось абсолютно. О! Что о? Ты уверен, что там туда? Ну, дверь только там же осталась. Ну как нет, вот она. Нет, ну. Вот она вставляется в дверь. Да, но эта дверь была. Дверь вот была вот эта, которая стоит сверху. Там можно менять портрет просто либо такой, либо такой. Нет, ну сейчас посмотрим. А, ну тут с башенками, да. Да уж. А, ну может быть вот. На выбор. Наверное. Чёрт с ним. Пусть стоит, как стоит. Излишки производства. Все. Все. Замок готов. Даже есть лишние детали немножко. Запасных. Все готово. Только что-то как-то не. Она криво-накриво, она плохо держится. Почему? Нет, что? Потому что он ее не прицепил. Попробуй теперь. Все, прекрасно работает. Ну и вторую закрывай. Пум. Все. Пум-пум. Все? Так, откуда это улетело? Сверху, с пики посередине. Нет? Да. И шляпа тут. И шляпа тут. Все, готово. Излишки мы отправим их в коробку. В лодку пока что поставим. Все. Пойдем собирать дальше. Следующий. Следующий.